25 лет назад наша космическая отрасль получала средства в основном от совместных проектов с НАСА, а также от коммерческих запусков, доходы от которых падали из-за растущей ненадежности ракет-носителей. В свою очередь, отечественная спутниковая группировка продолжала деградировать. Но благодаря господдержке положительные изменения пришли и в эту отрасль. И с октября 2018 года совершено уже более 120 безаварийных пусков ракет-носителей. Таких показателей прежде еще не было в истории отечественной космонавтики. С 2014 года Россия вывела в околоземное космическое пространство 940 космических аппаратов, в том числе два модуля российского сегмента МКС. Также с 2014 года с российских космодромов было совершено 202 успешных орбитальных запуска и 67 запусков космических кораблей, в том числе 34 запуска транспортных беспилотных грузовых космических кораблей семейства «Прогресс» и 33 запуска транспортных пилотируемых космических кораблей семейства «Союз». На них Роскосмос доставил на МКС 89 человек, среди которых были космонавты и участники экспедиции. Был построен космодром «Восточный», создана новая тяжелая ракета «Ангара». А также запущены две космические обсерватории мирового уровня «Спектр-Р» и «Спектр-РГ». Хороших вам новостей!